Здравствуйте, у микрофона Максим Курников, и вместе со мной в студии Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты». Добрый вечер. Давайте начнем с новостей. Дело в том, что суд не отпустил правозащитника Льва Пономарева из-под административного ареста на похороны Людмилы Алексеевой. Хочу спросить ваше мнение по этому вопросу. Это какой сигнал нам? Мы же привыкли трактовать сигналами. Сигнал какой? Да никакого особенного. Не хватило тонкости ума, чтобы развести Пономарева и Путина, если тот приедет. Раз уж мы заговорили о том, что он приедет, возможно, да, началась аккредитация на это дело, она вызвала некоторое смятение. По крайней мере, «Новая газета» спросила у ФСО для всех, так там говорят для всех. Вы понимаете, как такое может быть? Нет, ну ФСО отвечает за безопасность. Значит, с паспортом надо там, ну, как бы все меры безопасности, которые соответствуют стандарту высшего лица. Такое бывает в театрах, на каких-то стадионах, на приемах, где первое лицо присутствует. Так что это нормально. Дело в том, что вот исторически известный факт, что после левоэсеровского мятежа 6 июля 1918 года левые эсеры были арестованы, и в эти дни, когда они были арестованы, это 18-й год, напоминаю, тяжелое время, белые идут к Москве, отечество в опасности, Ленин пишет статьи, и умирает Кропоткин, идеолог, который очень близок был многим левым эсерам. Левые эсеры обратились к Дзержинскому отпустить его на похороны. И он под честное слово, вот именно в тех условиях, под честное слово, что они проводят последний путь Кропоткина и вернутся в тюрьму, отпустил, и все вернулись. То есть, вот была какая-то этика. Здесь, я так понимаю, не хватило ума, чтобы, например, с утра привезти Пономарева, попрощаться и увезти. То есть, выполнить, ну, во-первых, это уважительный жест, человеческий. А Путин там приедет, условно говоря, там, в 12 часов или в час дня. Он же не приедет с утра. И все сделали. И Путин приедет, и Пономарева привезли. Вот таких мозгов нет, поэтому лучше отказать. А в чем, в принципе, на ваш взгляд, побоялись, что они могут там пересечься? Что в этом такого? Слушайте, Пономарев не самый страшный человек. Никто не знает. Все же хотят предсказуемости какой-то. А вдруг он что-нибудь крикнет неприятное, что ему терять? А вдруг еще что-то? Ну, это ж надо попасть в голову этого человека, который запрещает. Он знает, что за запрет ему наказания точно не будет. А за разрешение все риски он принимает на себя. В этой системе чекистско-бюрократической, тот, кто принимает решение, он как бы отвечает за все. Вот кто может брать за себя, что все будет хорошо? А вдруг кто-то из тех, кто придет с Пономаревым вместе и составит уже какое-то ядро, и начнут что-нибудь там скандировать или выкрикивать? Или... Это же большие страхи этих людей. Тогда спросишь, а кто разрешил? Кто пошел на такое? Поэтому лучше, чтобы не было... Вот сейчас паспорта проверят у всех, кто зашел. На каждого посмотрят, кого аккредитуют, кого нет и так далее. Но кто тогда принимал такое решение, которое вызвало довольно широкое общественное обсуждение о 25 сутках Льва Пономарева? Это... Я не могу сказать, кто принимал решение. Я могу сказать только, если интересует мое мнение, о том, как организована система принятия решений во власти. Да. Она организована таким образом, что каждый человек отвечает только за свое направление. Вот такой тоннель, вот такая тропа, вот такой коридор, как угодно можете образно назвать, ты за него отвечаешь. И уже человек, который отвечает за другую тропу, даже если у него что-то есть известное и полезное, он уже сюда не может ни вмешиваться, ни оказывать влияние, ничего. Особенно если отношения не очень хорошие, а конкурентные. Это, считаю, закрытая тема. Путин выстроил такую систему, ну, чтобы не появлялось Распутина, который в состоянии в любой коридор входить и намекать, что это вот от начальника, вот это надо делать. Такого нет. И, конечно, понять его можно при наших нравах и склонности, латентной склонности к распутинщине. Конечно, если разрешить кому-то бродить по коридорам и вмешиваться во все дела, то очень скоро появится неразбериха. Поэтому никто, даже близкие друзья, не могут прийти, именуя Путина, там что-то сказать, слушай, а давай сделаем так. Он это пресекает. Значит, при такой системе каждый
идет по этому коридору, но при этом отсутствует точка сборки до Путина. Потому что тот человек, который будет собирать все мнения и принимать решения. Пономареву что надо делать? Рэперам что надо делать? Кто-то говорит, надо посадить. А другой, который лучше знает культуру, говорит, вы что, с ума сошли? Этот рэпер и такой-то, и вообще он потенциально наш. Вообще с молодежью надо. И принимать такого нет. Потому что опять боязнь есть, что человек, если у него будет центр власти, который будет все вот эти на себя с полным объемом принятия решения или подготовки решения для Путина, он превращается фактически во второго человека. Номер два. Да. Номер два. Это вице-президент. У нас же не случайно в Конституции нет поста вице-президента. Нам не нужен вице-президент, потому что вице-президент при определенных обстоятельствах тогда может стать президентом. Мы помним, что был вот. Поэтому этого, с тем, который этого был. Не может быть. А раз не может быть, то в принципе все не парятся. Они знают, что вот он по своей дороге. Поэтому уровень координации и комплексности принимаемых решений, с моей точки зрения, существенно ниже уровня вызовов, которые стоят перед системой. Потому что каждый человек, он, конечно, зашорен, он ведет там какую-то линию. Я веду там вот эту внешнюю политику, а я веду там урегулирование в Донецке. Но внешняя политика и Донецк, это могут быть совершенно разные интересы. Внешняя политика нужна рукопожатность в мире, Донецку нужно решение каких-то вопросов иного типа, и там могут быть... А что происходит, если вдруг эти два направления пересекаются, и у кураторов этих направлений разные решения? Да, тогда нужно... Тогда нужно, чтобы вмешивался Путин. Тогда доходит до точки кипения, и уже надо принимать решение. Вот один куратор говорит, надо так, а другой говорит, надо не так. Один куратор говорит, нужно там, проводить, условно говоря, выборы в Донецке и Луганске. А другой куратор говорит, нет, это нам не позволит нормализовать отношения с Западом. Это еще будет один предлог. Спрашивают соседей. У которых своя точка зрения. Соседи, как известно, никогда не хотят никаких выборов. Вот складывается ситуация недолго. Потом вдруг случается драматическая ситуация. Захарченко убивают. И Путин вынужден уже принимать решение, что выборы надо все-таки провести. Но механизмов цивилизованных, аппаратных нет, именно в силу указанных мной причин. А в случае как раз с приговором Пономарёва, с этим 25-дневным сроком, были какие-то разные группы, которые... Разные группы есть всегда. Тут надо исходить еще из каких-то общих рисков или общих фобий по поводу рисков. Самый большой риск силовиков, причем не низовых, а самых верхних, в то, что во время несанкционированных массовых мероприятий произойдет убийство кого-то. Допустим, молодые люди вышли на улицу, школьники, и провокаторы берут, убивают двух молодых людей. В этот момент, как только кровь пролилась, меняется ситуация полностью. Рейтинги обрушиваются, режим приобретает признаки кровавости. В одну секунду уже ничего. Детская кровь, она сплачивает, и все задавленные недовольства, они все выскакивают вверх. И люди, которые живут уже в изоляции, а у нас изоляционистский курс и хорошее определение изоляционизма как утрата контактов с реальностью. Вот люди, которые живут в условиях изоляционизма, утратив контакты с реальностью, они начинают бояться всего. И чего они боятся? Там, оппозиция грозится и пугает власть будущими возможными иллюстрациями. Вот придем к власти, ну, я тебя замажаю, заведу, загоню, да? А власть отвечает не будущими невозможностями, а реальными ограничениями свободы, репрессиями, в страхе перед будущим. И получается дисбаланс. То есть власть все время ведется на вот эти слова, потому что там прошла в Вильнюсе встреча сейчас оппозиционная, да, там уже какие-то списки составляют, все, кто с властью сотрудничает, в посольство передадим этот список, эту базу, чтобы они визы не давали. И вот начинают как бы такое давление. Чем больше страхов, тем больше неадекватных решений. Поэтому Пономарёва взяли не за прошедшее, а в преддверии будущего. Он же подал заявку на проведение какого-то мероприятия в декабре, в 20-х числах. Вот. Это тот же механизм, который был с Навальным. Когда его посадили последний раз, да, его же наказывали как превентивная мера против его призыва выйти там что-то за пенсию. При всех прочих Навальному не 77, простите. Слушайте, ну вот какие вещи. В политике нет ни пола, ни возраста, ни мужчин, ни женщин.
Я же вам сказал. Страх... А вы Пономарева считаете политиком или там считают его политиком? Ну, любой, кто в оппозиции, считается политиком. Там нет разделения, что это правозащитная деятельность там, или, не знаю, ты санитар, детям помогаешь, старикам. Раз ты в оппозиции к власти, все, ты политик. Мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Как раз в связи с тем, что мы с вами обсуждали, Илья из Ярославля спрашивает вас. На ваш взгляд, есть ли правозащитники в России, которые еще имеют какое-то реальное влияние на власть? Правозащитники, которые имеют влияние на власть? Ну, мы только что говорили о том, что власть неоднородна. И интегрирующей фигурой этой власти является Путин. Поэтому правозащитник, который влияет на Путина, не могу сказать. Он кому-то может относиться с большим, меньшим уважением. Просто как к личностям. Он любит людей, которые противостоят последовательно. Вот. А так... Какое-то общее давление. Ну, вот, является ли давление за отмену уголовной компоненты 282 статьи политическим давлением, правозащитным давлением? Конечно, оно является. Оно совокупное. Судя по всему, уголовная компонента будет убрана. Но я не знаю, это является следствием давления правозащитников и политиков, или это сама власть понимает, что ну, вот сейчас, когда... Ну, это выглядит абсурдно. И чем более абсурдно, тем менее страшно на какой-то момент может стать. Ну, сажать или закрывать людей за перепосты, за то, что там картинку какую-то, фотографию, скетч, шарж перекинул, и ты получаешь сроки. Это, конечно, все признаки очень такого полицейского государства с очень малым ресурсом живучести. Потому что если у тебя не хватает ума, чтобы спорить, интеллекта, чтобы убеждать, самоиронии, чтобы посмеяться над какой-то шуткой, вот, что ты опускаешься в глубины ортодоксального мышления и все больше ведешься на вот эту примитивную риторику, что слово, вот оно, оказывается, всех испортит. Вот. И получается, с одной стороны, миллионы человек и часов федеральные каналы тратят на то, чтобы говорить, если слово такое могу, могучее, оно же должно как бы повлиять на людей. Потом кто-то пискнет там в интернете или какая-то выставка, на которую никто хода бы не знал, если экстремисты ортодоксальные не пришли, да, там в подвале. И они говорят, они разрушают духовный мир, Русь под угрозой, она скоро рухнет, наши скрепы рассыпятся. То есть это всегда бывает в тех устройствах общества, где борьба, якобы праведная борьба, ведется за малоосязаемые иррациональные идеалы, где чистота веры проверяется не практикой, а властью. Условно говоря, в религии самые жестокие войны между союзниками внутри христианства. Да, там, вот мы вроде бы христиане, мы же не мусульмане, мы христиане, но вдруг выясняется, ах ты сволочь там, католическая, ах ты протестантская. А сейчас выяснилось, что внутри мы, братья, с украинцами, а сейчас мы, оказывается, не можем в их храм. Вот окажись ты там где-то, не можешь зайти. Оказывается, никогда мы не будем братьями. Да нет, ну как же так? Мы же с Мамаем воевали под именем, значит, с именем Христа. И вдруг раз тебе говорят, если ты в этот храм зайдешь и послушаешь их папа, это не католик, это не протестант, это православный будет. Значит, а это же высокий уровень абстракции, да? Что такое Бог, как он трактует те или иные. Там, Евангелие читаешь, там ничего такого нет. Там... Ты веришь в Евангелие? Верю. Ты крещеный? Крещеный. Иисус Христос наш Бог? Бог. Все. Вот это нас объединило с тобой. Вот в нашем... Мы бородатые, да, поскольку мы Бога на картинке без бород не видели. А они же все ходят, кто за Бога выступает. Они же даже бороды не имеют. Огромное количество таких голомозы лица появляются, да, и он, оказывается, трактует Бога. То же самое было с коммунизмом. Ты говоришь о том, что я думаю, что на ранних фазах коммунистической формации будут товарно-денежные отношения. Тебе раз уже кандалы и на ноги, и на руки. Как ты мог сказать? Товарно-денежные отношения возникают по поводу собственности. В тюрьму его. Да за что? Мы же о будущем говорим. Сколько получали, сколько людей уже в 50-е годы по обвинению в том, что они ложно трактовали идеализм немецкий.
этот трехтомник философии готовился в конце 40-х, начале 50-х. Людей поснимали, кого-то отправили в лагеря и так далее. Но это же дикость. Опять по поводу неосязаемых вещей. Какой будет коммунизм? И люди сидят, или их умирают, или гнобят. Какая вера, какой бог, он ходит слева направо или справа налево. И это имеет значение. И за это люди убивают. Поэтому в этом смысле спадание России вот в этом мракобесе, когда в 21 веке слово кто-то сказал, и уже это можно абсолютизировать как грех, как повод уволить с работы. Как... Неужели в этой атмосфере возможно творчество, возможно смело взаимодействие с людьми? Ведь чем больше они будут наказывать людей, которые входят в эту власть за неосторожно сказанное слово, очень часто эмоции, когда начинаешь разбираться в контексте, когда чиновник сказал ту или иную вещь, это всегда эмоционально вещь, да? А значит, сейчас они что, они перестанут вообще с людьми общаться? Либо они будут как в брежневскую эпоху по бумажке, которую утвердил секретарь по идеологии. Вот это вот все признаки затухания потенциала вот этого государства. Изоляционизм внутренний, как утрата контакта с внутренней действительностью, он более страшный, чем изоляционизм внешний. Простите меня за глупый вопрос, который, наверное, упрощает то, что вы говорите. Ты прощен уже. Владимир Путин. Он рулевой страны в этом мракобесии или он первый европеец, скорее, который этому противостоит? Рулевой европеец. Ну, он в мракобесии или вот он... Не, ну сам-то он, конечно, более продвинутый, чем многие люди, но его больше устраивают люди мракобесные, потому что он знает, что от них не будет, ну, как бы, предательства Западу. Запад для Путина, Америка и Запад являются все-таки большими фобиями. Он отсюда ждет большого... То есть с мракобесами ему комфортнее, спокойнее? Намного спокойнее, да, намного. Предложи отрубить голову. Ну, тебя могут пожурить, но не снять с работы. А предложи выпустить кого-то, скорее снимут через какое-то время, натравят на тебя таких мурзилок, которые будут тебя атаковать со всех сторон идеологически. Нет. Нет, я думаю, что он просто построил систему удобную. Он заложник, он слишком долго у власти. Ребята, он уже дольше, чем Брежнев. Он в декабре будет уже 19 лет, как он де-факто. Он в декабре 91-го, 31 декабря. 31 декабря 19 лет, а Брежнев 18. Не, ну с перерывом на Медведева. Мы говорим во власти. На Хорошо, самых верхних да. этажах власти. Да, были некоторые неудобства у журналистов. Когда нас приглашали в Сочи к Путину как премьеру, нам давали самолет существенно хуже, чем самолет, который давали, когда приглашали к Путину в Сочи главредов как президенту. Были такие неудобства. И кормили хуже, когда премьер кормили в каком-то кафе, таком городском, где вечером у них был стриптиз, и участникам встречи с Путиным они, официанты давали бесплатные пригласительные посмотреть легкий сочинский стриптиз после встречи. Ну, я здесь это как-то компенсировало неудобство. Не, ну они слушали эти речи, которые велись с Путиным, и с уважением относились, и считали, что мы заслуживаем того, чтобы вечером после такой беседы посмотреть на сочинских красавиц. Возвращаясь к тому, что у нас сейчас происходит, а не когда Владимир Путин был премьером, вы видели, как он выступал на мероприятии «Единой России»? На ваш взгляд, почему он не бросает эти гири? Почему он пытается их, что называется, тащить? Что вы называете гирями? Ну, рейтинг «Единой России» очень сильно падает. То есть вы считаете, что в политическом пространстве России организацию, у которой рейтинг сегодня 30-35%, это гири? Тренд. Нет, ну, какая? Я все-таки о тренде. Ну, послушайте, ну 30-35. А какая другая организация имеет больший рейтинг? Ну, кому бы ему перекинуться? Путин реалист. Он просто видит, что да, упал с 55, скажем, до 35% рейтинг «Единой России». У самого Путина упал после выборов 18 марта. То есть с кем не бывает? На 20. Нет, это бывает. Они попробовали затеять первую реформу. Не провалились по всем параметрам. Провалились идеологически, провалились пиаровски, провалились организационно, провалились арифметически, провалились стратегически, как угодно. Рейтинг рухнул. Вот они сейчас смотрят, елки-палки, так что мы не можем вообще, что ли, никаких реформ проводить. Но, вроде Путин говорит, нужно проводить их. Хорошо. Вот они потеряли обе стороны по 20%. Навальный
своим этим проектом не за Единую Россию, это да. зеркальное отражение его идеи как бы не Путин. Любой, кто не Путин. Да, это редуцирование всех политических смыслов до одной вещи. Не Путин. Как будет развиваться экономика? Влево или вправо? Неважно. Не Путин. Кто будет премьер-министром? Неважно. Потом разберемся. Вот он перекинул эту технологию, методологию на выборы за 10 месяцев. И вдруг стало понятно, что он перехватывает повестку. Разве когда к этому моменту за 10 месяцев сформируется концепция «не единая Россия», разве ты можешь выйти к тому же самому электорату и говорить: слушайте, друзья, давайте поговорим. Вот я хочу построить здесь 170 метров велодорожки. А ты говоришь: нет, не 170 метров велодорожки, а 200 метров пешеходной дорожки. Мы хотим содержательную дискуссию. У нас дорожки будут вело- или пешеходные. Да? А вам говорят: да вы что? Насколько проще идея не единая Россия? Потому что она заводная, она простая. Поэтому он вынудил Единую Россию мобилизоваться. Я думаю, то, что они... И заблокировать сайт. Сайт заблокировать. И вообще они будут пахать для этих выборов. Я думаю, что они в состоянии, ну, если они не будут как бы малокреативными и тупыми, которые забанят своих спикеров от того, чтобы они боялись любое слово живое сказать. Вот, они в состоянии из этой низшей точки в 30-35% подняться и получить скажем. Вы же реалист, Константин Владимирович. Да. Насколько все-таки Единая Россия в том виде, в котором она сегодня существует, способна меняться и способна на прорывы вообще? Посмотрим. У нас 10 месяцев посмотреть. Нам же наблюдать интересно. Что предсказывать? Посмотрим. Вот я говорю, что меня насторожило вот эта выволочка людям, которые допустили высказывания, они их абсолютизировали и сказали: как можно так говорить? Ну, как можно там? Ты отвечаешь на вопрос? Не отвечаешь. Да пойди сам поработай. Да, это... Ну, много же в политических дискуссиях и нервов, и эмоций. А они говорят: нет. Надо быть всегда вот как в раю. Очень нежными, слушать все, всех, и вот ниже плинтуса Россия, партию не опускать, как сказал Путин, да, он сказал, вы своим высказыванием. Но ведь ниже плинтуса партию опускают экономические результаты жизни, снижение реальных доходов, отсутствие перспектив экономического роста, рост уровня бедности в стране. Ну, из слов Владимира Путина, типа, ответы грубые людям опускают партию. Вот что на его... А я вам говорю на это... Опять, вы, скорее всего, такой религиозный. Да. И я вам же процитировал то же самое. Я вам говорю, что реалистический взгляд на вещи должен заставить думать, ниже плинтуса партию опускает не слова скорее, а то, что растет число бедных. А то опускает, что плохо растут реальные доходы, что при монополии сельского хозяйства, фактически сельское хозяйство у нас не растет в этом году. Как это может быть? Закрыть весь импорт, дать все на откуп, снабдить деньгами и не растет. Значит, абсолютно неправильная модель. Вот что опускает ниже плинтуса. Люди же переплачивают за эту еду. Дороже у них жизнь становится за те же продукты, не без улучшения качества. Не потому, что какой-то чиновник грубо высказался, а потому, что экономическая модель слабая. А про это как раз говорилось очень мало на съезде. То, что мне хотелось бы услышать. Mm-hmm. Вот. И здесь коренятся проблемы на предстоящих выборах больше, чем в несдержанности чиновников. Мы сейчас сделаем паузу и продолжаем слушать Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты». По поводу этой стратегии Навального еще буквально один вопрос. Как технологически, непосредственно уже на самих выборах, когда будут допускать кандидатов, власть с этим может бороться? Может ли она всех кандидатов заставить, что называется, присягнуть Путину? На уровне выборов губернаторов депутатов. Хотя. Да нет, теоретически можно всех кого угодно заставить присягнуть, наверное. А может быть и нет. А может быть и нет. То есть пока нет никакого технологического решения. Я просто не понимаю, да, тем более, что выборы же в законодательное собрание проходят. Это губернаторские, да, потом в 21-м году выборы в Госдуму. Это вообще могут революционно все перевернуть, выборы, если в Госдуме создастся сила, которая до такой степени противостоит. Поэтому нет, я думаю, что нереально. Вы говорите, будем смотреть, пока не будем прогнозировать. Да. Но вот один прогноз я постараюсь из вас выудить. Да. Это будет борьба, это будут интересные выборы. Да, теперь выборы все будут интересны. Все увидели, что прежние механизмы обеспечения победы в регионах не действуют.
Это было неожиданностью. Они действуют. Потому что не очень качественные кампании проводились, не очень качественные месседжи, не очень качественные отчеты о проделанной работе. Самосознание людей растет. ВЦИОМ фиксирует заметно в разы, там, типа в 3 раза увеличивается число россиян, которые выражают озабоченность внешнеполитическим изоляционистским курсом. Люди стали обращать внимание на те ограничения в связях с внешним миром, которые есть. Вот. И это все как тренды, которые формируются в последние месяцы. Там полгода назад на те же вопросы люди отвечали по-другому. Да, ерунда. Да, неважно. Да, не страшно. Да, ничего. А сейчас не нравится. Потому что перспектив-то никаких. Что такое вечная конфронтация? Сейчас этот узел керченско-украинский вообще год драматическим образом развивается. Что клинья образуются и внутри РПЦ между Россией и Украиной, и между странами, потому что этот керченский конфликт, я думаю, будет приводить к большему, в том числе военному противостоянию между странами, напряженности, враждебности, введению виз в конечном итоге. А это все-таки братские народы. И как-то, ну, вот как идеологически не старайся, все равно ты не докажешь, что это хорошо. Ну, можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что это хорошо. И при этом с совершенной отчетливостью формируется мысленный такой интеллектуальный тренд у идеологов кремлевских, что все санкции против России являются следствием не поводов, которые мы давали, а глубинных причин, связанных с противостоянием России как государства, которое стоит с колен. Поэтому, когда ты говоришь, ну что ж, мы выиграли Крым, но потеряли Украину. Тебе тут же говорят, да Украину мы давно потеряли. Да мы ее потеряли уже в 2004 году. Хорошо там. А вот эти санкции. Да нет, это они только искали. Не было бы этого, придумали бы другое. Не было бы сейчас Керченского, придумали другого. То есть, вот все вот эти примеры можно свести, с моей точки зрения, к этой формулировке. Мы думаем, что причиной санкций являются те или иные наши поступки, а нам отвечают, нет. Те или иные наши поступки лишь повод. Ага. Причина намного глубже. В этих условиях, безусловно, ну, как бы, качество дискуссии ухудшается заметно. Здесь не нужны сильные аргументы, потому что в этом одна из, ну, как бы, особенностей пропагандистской войны, что пропагандистская война строится на абсолютизации отдельных фактов, а не трендов. Мы знаем, что фактов можно надергать в любую сторону. Важно понимать тенденции, тренды, долгосрочные, краткосрочные. А тебе факты. Причем там иногда демократии. Они в противоположные стороны. Любые, да, вот факты. Да. Потому что пропаганда требует сиюминутного такого вот быстро. Ну что там? Ну Турция у нас была врагом, да. и другом на одной неделе. Вот. Поэтому я думаю, что жизнь в этих условиях, она только кажется, что она больше консолидирует людей. Но мне кажется, ресурс консолидации в условиях, ну, ухудшения экономической ситуации не такой большой власти. Вы знаете, что у нас, судя по всему, объединяет наш народ? Это чувство неблагодарности. Тут Анатолий Чубайс заявил, что у нас довольно в этом смысле неблагодарный народ, который не сказал спасибо олигархам за то, что они сделали за последние 25 лет. Вы скорее согласитесь здесь с ним? Или вам кажется, что что-то в его формуле не так? Значит, я скажу так. Благодарность — божественное качество. Поэтому встречается очень редко. Это я прошу всех запомнить. То, что вы делаете, делайте не из расчета на благодарность, а потому что вашей душе, вашей совести, вашему разуму, вашей личности, сущности так надо. Это первое. Божественное качество благодарности. Так же редко, как с Богом встретиться можно. Теперь, что касается высказывания Чубайса. Он там более существенно, что народ инфантилен. Да. И поэтому он не благодарит.
Если абсолютизировать, что инфантильный народ должен благодарить олигархов, ну, выглядит арогантно, да, эти богатые, там, ну, можно сказать ему, я бы поблагодарил, но ты так быстро пронесся мимо меня на Роллс-Ройсе, что я не успел, да, или прилетел на частном джете, я видел, я рукой махал, ты тебя благодарил. Вот, но Чубайс поднимает очень серьезную тему гармонии в обществе и очень серьезную правду про состояние экономики, которое было в конце 80-х годов, когда распались советские методы централизованного планирования, которые не способны были людям дать ни стирального порошка, ни хлеба, ни водки, ни сигарет, ни сахара. Просто тотальный распад коммунистических, социалистических методов планирования. И вместо того, чтобы анализировать объективные недостатки именно системы организации производства, все левые всегда склонны говорить о том, что предатели пробрались. Ну, как будто они партизанской тропой пробрались в Кремль, в Политбюро. Да, сами за всех голосуют, сами всех выдвигают, да, а потом говорят, а это предатели были. Блин, что вы за систему такую построили? А система одна и та же. Тот, кто при власти, его нельзя критиковать. Критиковать начинает после власти. Бедный Путин. Когда он будет не у власти, он столько узнает про себя, и все узнают плохого, потому что так было в истории всегда. И Сталин узнал, и Хрущев, и Брежнев, и Застой, и все. И вот это будет так. А почему? Потому что они создают идиотскую систему. Вот то, что мы вначале говорили, да, абсолютизируют слова, которые якобы разрушают скрепы. Никто не может честно и нормально говорить, анализировать, критиковать, искать пути, а потом удивляются, что все идет не так. Вот. Поэтому я думаю, что он прав. То есть, вы с Чубайсом по сути согласны? По сути. По форме есть вопрос. Не по форме, контекст. Я думаю, такого рода заявления нужно погружать. Но я, конечно, если надо выбирать, да, и нет, конечно, я скажу, что Чубайс прав в том, что вообще недооценивается роль бизнеса и вообще при внесении в нашу неэкономику. Советская экономика не была экономикой. Если вы возьмете определение экономики в курсе экономики, то это распределение ресурсов, ограниченных, самым рациональным образом. Вот что такое экономика. Рациональное распределение, размещение ресурсов ограниченных. Вот ограничение ресурса является фундаментальной чертой экономики. Бизнес бизнесу рознь. Не, послушайте, сейчас мы не про бизнес говорим. Не, ну вы просто... Нет. Трансформация. Он сказал именно не о бизнесе. Не только о бизнесе. Да, он именно сказал о очень крупном бизнесе. Точнее, даже... Нет, это потом он... Ну, и не в этом дело. Дело же в другом. Вот я хочу вам, мне кажется, более интересную мысль. Если бы мы трансформировались, одна из сложностей трансформации, если бы мы трансформировались от экономики одного типа к экономике другого, мы бы говорили о трудностях определенных. Да? А я утверждаю, что мы пережили трансформацию от неэкономики вообще, с точки зрения определения учебника экономики. В советской экономике дефицитом не были деньги у экономических субъектов. Дефицитом были предметы труда и рабочая сила. Они назывались лимитами. Как только ты выбивал эти лимиты в госнабе, автоматически происходило финансирование. А в рыночной экономике дефицитом являются только деньги. Как только у тебя есть деньги, ты покупаешь все остальные факторы производства. Вот масштаб трансформации от неэкономики к экономике, он чудовищный. И бизнес, если под ним понимать частный капитал, справился с этой задачей. При всех тех сложностях, но он справился. Тот тотальный, кошмарный, бессмысленное перепроизводство, когда из каждого рубля вновь произведенной промышленной продукции 77 копеек шло на склад, и только 23% были национальным доходом, этого в нашей экономике нет. Но трудности этого перехода в значительной степени еще и обусловлены тем, что государство все время играет популистскую роль против бизнеса, против частного капитала. Все время имеет на поводке вот этого цепного пса, который должен лаять и кричать, и в случае чего иметь под рукой то Ходорковского, то Чубайса, чтобы забить палками, посадить в кинуть в тюрьму и натравливать народ и объяснять все собственные провалы их злыми умыслами. Поэтому в этом смысле, конечно, Анатолий Борисович Чубайс прав, и ему обидно, и я рад, что он такое сказал. Ну, мы не успеем просто новую тему, потому что я вижу книжку, вы подготовили, да. И через минуту мы обязательно о ней поговорим. Тогда я, знаете, просто хочу понять. Когда смотришь на внешнюю политику Российской Федерации, мне непонятно, вот, может быть, вы мне сейчас объясните, а какие цели, экономические цели, у внешней политики Российской Федерации. Давайте через неделю поговорим на эту тему. Ну, если только мы с вами пересечемся, да, в этой студии. Сюда, вот. Хорошо, тогда давайте о книге. Да. Значит, книгу рекомендую
политические племена, political tribes, Эми Чуа. Эми Чуа – это автор, я года три назад рекомендовал ее книгу «Triple Package», который был анализ вместе с партнером Рубинфелдом о том, какие факторы позволяют иностранцам преуспевать в Америке. Что это за такой тройной пакет, но обязательно все вместе. Гордость за свое происхождение и чувство превосходства, неуверенность от своего состояния и способность контролировать эмоции. И они анализируют на разных этнических группах успех в Штатах. Вот эта женщина написала великолепную книгу «Political Tribes», которая позволяет анализировать процессы политические через призму доминирования в них различных политических племен. И она утверждает, что эти племена, по своим взглядам, они не знают границ. И мы можем рассматривать... Политическое племя само по себе. Ну, вы принадлежите племени политическому «Эхо Москвы», и вы самые рьяные слушатели. И вам пофигу национальные границы, вот что угодно. Вы принадлежите к этому племени. И как работать в условиях вот такого племенного политического деления, мне кажется, очень важно задуматься. Поэтому те, кто интересуется политикой, рекомендую еще раз Эми Чуа, «Political Tribes». Это был Константин Рябчуков.